Здравствуйте, дорогие мои друзья. Опять пожары в Воронежской области. Знаете, вот если бы не грустно было за леса, за животных, за людей, потому что уже поселки выгорают, там 20 домов, целые улицы выгорают. И не далее, как вчера. Они прямо везде говорили, что все пожары в Воронежской области потушены. Сегодня опять зажгли. Вдруг неожиданно зажгли, и там уже поселки горят. То есть уровень компетенции этих вот МЧС, этих чиновников, типа всколыхнули, да, федеральные каналы. Пожары, как же так, люди страдают. Нормально, мы потушили. Какой-нибудь там хрен, там, знаете, это как его, путинский генерал. Мы потушили. Или кто-нибудь там, губернатор, чтобы ему там это... Ни дна, ни покрышки. Потушили. Поселки горят. А только-только они там, мы стоим на страже, у нас пожарные машины. А люди с ведрами бегают. Водопроводов в деревне нету. Из колодцев люди поливают водой. Ни о какой помощи речи не идет. Возле, там показывают, возле федеральной трассы горит сплошняком, и что-то никто не тушит. Сильный ветер, засуха, природные явления. Одна болтовня. Вот это вот цифровой вонючий мир. Вот он. На цифрах, да. Потушить пожар. Чик. Мы потушили. Привыкли, уже, наверное, дошло вот это вот поколение компьютерных гениев, которые все, как говорится, воюют на компьютере, тушат на компьютере, жизнь себе там аптечки набирают, да, вот эти ресурсы. То есть вот они, наверное, уже пришли. Забыты люди, которые работают руками. Которую вообще запах дыма, наверное, чувствовали вот эти вот пожарные. Плохо, друзья мои, плохо. Вот эта импотенция власти просто абсолютная. Абсолютная. Бравурные речи, показуха. Все делается, знаете, вот как в Голливуде, знаете, там строят из картонок дома там где-нибудь вестерны. Там дома из картонок, потом кого-нибудь вышвыривают, там через стену дома прям пролетает. То есть все стало фейковым. Вся власть стала фейковым. Даже тот, как говорится, то лицо, которое сидит там из бункера, вещает. И то многие сомневаются, есть ли он на свете-то. Или не то, что уже даже двойники. Двойники — это такая тема. Да, двойники, там 10 двойников, 100 двойников. А уже, говорит, и двойников-то нету. Все на компьютере. Его морда и все слова уже, все заряжено. Уже там искусственный интеллект. Нет, друзья мои, искусственный интеллект не может быть таким тупым. Ну вот не может быть интеллект таким тупым. Ну, правда, если программисты тупые, то интеллект, наверное, такой же. Но суть не в том, что вот рядом горит целая область. Рядом с Воронежской, следующая у нас, что там, Ростовская, там уже смерчи, пыльные бури. Когда в Ростове были пыльные бури? Ну, все, погода виновата. Погода, нет, не они. Не то, что, ну, больниц-то нету, но, похоже, МЧС-то тоже нету. Ну, просто нету. Есть какие-то подразделения. Ну, в городе еще они могут потушить. Хотя тоже, знаете, такое впечатление, что, ну, само сгорит, и ладно. Мне тут на почту про Якутию пишут какие-то умники. Да что ты там говоришь, там какие-то леса. Какие леса? Это так, горит какая-то ерунда. Это и тушить. И пожарным туда не добраться. Вот не добраться. Вот те же морозотные речи. Горит и пусть горит. Не наше дело. А вот поджигать — наше дело. А вот что горит — не наше. Самое главное, знаете, вот вцепились вот эти клопы. Вот в эту, в кормушку. Сами ни хрена не хотят делать. Ну и, конечно, основная их задача — держаться за кресло. И втирать. Все в порядке. Мы контролируем ситуацию. Не контролируйте. Все сыпется. Сыпется просто везде. Начинаются вот эти техногенные аварии. Потому что, ну, невозможно все делать виртуально. Виртуально совещание проводить. Не надо уже совещаний. Пора вот взять вот тем, кто в совещаниях, вот этим толстым харем, по багру, по топору и по ведерку там с водичкой или с песком, и ездить тушить, а не разъезжать на лимузинах и бравурные отчеты давать кому-то. Сыпется эта гнилая,
противная власть, которая, ну, реально губит вообще все. Вообще все губит. Потому что, что мы не знаем о всяких катастрофах, то там на севере-то один за другим вот эта вот авария, там что-то выливается. Просто территории огромные и не доходят. Вот уже Воронежская область, пожалуйста, рядом. Им надо, чтобы возле Кремля там пожар, но тут, наверное, они потушат. Там, может быть, кремлевский полк выйдет тушить. Хватит маршировать, наверное. Так, ведерко и тушить хотя бы чем-то. Ну и, конечно, наш этот большой босс, которого мы подозреваем, что он виртуальный, наконец-то после уже додумался, что пора ограничить торговлю лесом. То есть лес перестать продавать, запрет полный. И как обычно, это, ну, запреты-то мы знаем какие. Опять цифровизировать каждое бревно. То есть вот чтобы полнейший учет каждого бревна от вот этого пенька до готового изделия. Вот мало того, что они в боты, в резиновые чипы вшили. Уже в каждое бревно они чип собираются шить. Помогло им это, вот скажите? Я не против того, чтобы там, может быть, контролировать. Но помогло им то, что они в каждое бревно засунут это. Отцифровизуют все. Леса от этого перестанут гореть. Хорошее дело, что действительно здесь производство, не в Китае. Не в Китае, там лес и все остальное. Вы еще каждый этот, как его, баррель нефти пометьте чипом. Но чувствую, друзья мои, вот до чипов действительно... Их мечта засунуть каждому из нас в зад чип. И считывать информацию. Им очень интересует наша информация. Блин, да смотри. Информируем. Пукнул 3 раза. Информация дошла до самого верха. В налоговой все знают. Он пердит. Значит, он жрет. Значит, у него есть дополнительные доходы, которые он скрывает от нас. Вот это их мечта. Знаете, следить... Полный цикл. Им нужен полный цикл, как и вот в этом, во всем. Полный цикл от того, что вы засовываете в рот, до того, что выходит, как говорится, извините, у вас с противоположной стороны. Вот это вот смех и грех. Но все сыпется. Хрен с ним, с учетом. Вы производство сделаете. Не, учитывать нечего уже. Нечего учитывать, ничего не производится. Вы все, блин, контролируете. Контролеры. Чтоб вас это перекосило. Ну вот этот вот контроль... Он все губит. Вот контроль, он душит все. Вот вы начинаете контролировать, все. Хрен с ним, что что-то люди там себе, они сами проживут, это же и потратят на вас же. Нет, вот эта вот идея контроля, это вот эта вонючая цифровизация, вот все оптимизировать, цифровизировать. Все, значит, больницы мы цифровизировали уже. Уже начинают лечить на расстоянии. Что у вас? Насморк? Купите орбидол, чтобы этой, как его, голиковой лишнее, это, как его, 1000 упало в карман. Все лечение, операции тоже по телевизору. Болит у вас что-то? Ну ладно, не волнуйтесь. Мы все сделаем за вас, все ваши деньги. Теперь, значит, школы цифровизируют. Видите, они как легко они закрывают. Каникулы, все. Да. Все попытки перевести институты, школы на дистанционное обучение. И так-то специалистов нету. Вообще нету. А теперь, значит, цифровизация. Ну, теперь мы цифровизируем бревна. Будем цифровизировать бревна. Дошли вот до этого, до ручки. Знаете, вот. Все. Что от этого будет? Я думаю, лесу... Ну, может быть, лесу будет и лучше. Потому что... Может, рубить перестанут. Потому что надо каждое бревно отцифровизировать. И будут вот эти вот ходить, бирки клеить, акцизные марки на каждое бревнышко. Хорошее дело. Ну, наверное. Все, что остальное они делали, все можно, как говорится, сливать в канализацию. Ну, теперь, значит, дошли до этого. Ну, может, пожаров меньше будет. Посмотрим, друзья мои. На самом деле, конечно, от вот этой тупости... Ну вот от тупости и жадности просто, ну непонятно. Ну хрен с ними, знаете, вот жулики, понятно там. Но это тупые, вот тупые жлобы просто. Вот жлобье, вот другого слова не скажешь. Которые вот
копейку будут держать, но просрут все вокруг. Вот, вот это вот, хрен с ним, там злодеи там какие-то, понятно, это понятно. Но почему тупые пришли, тупое жулье пришло? Дайте нам хотя бы умных, дайте нам умных хоть одного. Уберите вот эти с экрана, эти лысые морды, которые надоели. Тупые, мерзкие твари. Слов нету, одни эмоции. Все, друзья мои, опять, видите, хотел, говорю, все, да что-то вообще даже новостей. Только думаю, одним глазком взгляну, мало ли что там, что произошло в мире. Вчера только расслабился, думаю, ну все, Воронеж потушили, нормально. Сегодня смотрю, да блин, да вы чего? Да все вот погоны сорвать со всех этих, кто сказал, что потушили? Кто-то отчитался, что потушили, пожарные, значит, съехали, а все всполыхнуло. Кто виноват в этом? Люди без домов остались, им что-то дадут? Ага, дадут. Прямо вот Путин бежит, у него аж это, как говорится, под его этими ботами на этом, на платформе, аж это, как знаете, в мультиках бывает, там с пробуксовкой, прямо летит квартиры раздавать. Угу. Еще придет и из карманов. Ага, давайте, давайте нам. Ладно, все, друзья мои, видите, расхожусь, расхожусь, пока.